система ProZorro – антикорупційний проєкт. Він контролює державні закупівлі, дозволяє знаходити найвигідніші співвідношення вартості з відповідністю умовам тендеру. І все це можливо відстежувати будь-кому в інтернеті. Тому така система значно ускладнює розподіл бюджетних коштів відповідно до інтересів високопосадовців. У Дніпрі використання системи ProZorro вирішили обмежити. Рішенням міської ради крізь неї не пропускають депутатські гроші, а також кошти для ЖКГ та будування метро. Спочатку так мало бути б до червня, тепер вже й до 1 серпня, коли за законом на цю систему переведуть всю Україну. Депутати промерської коаліції запевняють, це потрібно місту через несвоєчасне прийняття бюджету, мовляв, ProZorro гальмує вирішення надважливіших питань. Однак таке рішення задовольнило не всіх. Позакоаліційні депутати вважають, що місцева влада таким чином намагається розподілити бюджетні кошти на свій розсуд. Є определена проблема, об'ясняю, яка. На сьогоднішній день із запланованих 3500 об'єктів, з учетом того, що бюджет був прийнятий, у нас виконано всього лиш около 5, не більше 500. Для того, чтобы объективно успеть выполнить эти все работы, каждый депутат знает, ко мне люди приходят конкретно с каждыми вопросами, каждый знает, у кого какая проблематика по округу. Я прошу поддержать товарища предложение нашего коллеги депутата Санжары относительно вступления с 1 августа. По просьбам, там, по настоятельным исполнительной власти, в частности Михаила Лысенко, было приостановлено действие ProZorro, ну приостановлено как, условно. То есть из него были вычеркнуты те пункты, которые позволяли очень быстро тратить деньги бесконтрольно, ну, другими словами, проще воровать, да? Електронну систему ProZorro визнана найкращою системою закупівель у світі. Тим не менше, Україна до прозорості не йде, а шкандибає. Наприклад, читаю новину. Броварські чиновники ногами і руками проти проведення закупівель і послуг через електронну систему ProZorro. У Дніпрі відклали впровадження системи, хоча в області вона нібито прижилася непогано. Розібратися, що відбувається без фахівця, не вийде. Тож ми вчинили так само, як і бровари. Покликали фахівців у галузі публічних закупівель. Обидва представники організації «Громадський контроль». Це Артем Романюков і Денис Сілін. Добрий вечір. Добрий. Вы все слышали. Ваше мнение, почему? Смотрите, система ProZorro функционирует успешно там, где хотят местные власти. То есть, если область хочет, чтобы она функционировала полностью, они запустили ее полностью. Если Мариуполь хочет, чтобы функционировала полностью, и все работы, услуги и так далее проходили через систему, они там проходят, и проблем никаких нету. А если в Днепропетровске рассказываешь, что им плохо и мешает ProZorro, ну, наверное, там есть какие-то интересы, в частности, вот последнее решение – это лоббирование друзей депутата Безуглова, который продавил отложение до 1.08, это решение по именно работам. То есть другие фракции и УКРОП, и Самопомощь, и Блок Петра Порошенко, они готовы были запускать с момента голосования. Но Безуглый уговаривал свою группу и уговаривал УКРОП, чтобы это отложили. То есть напрямую это продавливал на согласовательном совете коалиции и после этого в сессионном зале. То есть не стесняясь прямым текстом, полностью прямое лобби своих интересов. Ну, если говорить о том, ребята, давайте отложим, цена вопроса, о каких деньгах идет речь? Ну, примерно. Мы же прекрасно понимаем, что деньги немалые. Ну, я, если не ошибаюсь, мы когда считали первое отложенное, да, такое отложение ProZorro, то там было что-то около 10 миллиардов, правильно? Нет, суммарно на один год 1 миллиард. То есть, который... 1 миллиард, да. Ну, то есть сумма не маленькая. Если говорить о сфере ЖКХ, то там, естественно, крутится, ну, довольно большая часть, вообще говоря, всего бюджета, да, Днепропетровска. А если говорить, кстати, вот прозвучало, что система полностью откладывается, это не совсем так. До 1 августа откладываются лишь работы в данном случае. Но
тут тоже как бы, достаточно много денег остаются в серой зоне. И к тому же 1 августа это не панацея, потому что вступление в силу закона, тоже вот как было сказано в вашем сюжете, оно не гарантирует то, что его будут использовать для допороговых закупок, так называемых. А мы именно за это и бьемся. Допороговые — это те, которые не подпадают под действие нового закона, а соответственно, ну это где-то, если взять в разрезе Украины, это половина всех закупок. Те, которые до 200 тысяч для товаров и услуг, для полутора, и до 1,5 миллионов для работ. Так вот, если их не будет в Прозоро, то мы оставим в серой зоне половину вообще всех госзакупок страны. Ну, если говорить про Днепр, то, наверное, процентов тоже 50, где-то так. Вот если говорить о введении этой системы Прозоро, то действительно в свое время так отрапортовали очень так бодро о том, что Днепропетровщина впереди планеты всей, вот мы и там, и там, и там, а вот сейчас Днепр. Как это можно назвать? В Днепре очень много хитрых или хитро вкопанных? Как правильно? На самом деле ситуация такая, что то, что я сказал, где власть хочет, там она запускает. То есть, к примеру, тот же Днепродзержинск, он запустил точно так же, а после этого откатил систему, сделал исключение и тому подобное. Сейчас настало время Днепропетровска, который тоже она ряду депутатов и договоренностям мешает, поэтому они максимально стараются то либо разные сферы убрать. Точно так же на последней сессии убрали закупку медицинских наркотиков. Мы начали разбираться, почему. То есть они рассказывали, что нету конкуренции. На самом деле конкуренция есть. Просто-напросто на медицинские наркотики и препараты эти нелимитирована наценка. То есть, соответственно, они хотят с конкретной фирмой заключить конкретный договор с нелимитированной наценкой, и потом непонятно, как деньги потратить. Анализируя прошлый год, мы видели и открыли уголовные дела, уголовные и РДРы по фиктивным работам. То есть открыты уже несколько уголовных ЕРДРов по этому вопросу. Поэтому, когда вот рассказывают, что надо сделать те либо иные исключения, у меня лично подсознание, что этот человек просто очередную тему хочет правильно перераспределить бюджетные деньги. Если говорить не только той проблематике, вот сейчас отложили как бы работы, да, вы сейчас затронули тему закупки медицинских препаратов, где больше всего мутной воды, в которой можно нормально отлавливать рыбку для себя или для своих родственников. Ведь мы же прекрасно понимаем, что те депутаты, которые находятся в горсовете, это, ну скажем так, лица, которых все видят. А вот есть серые кардиналы, которые, собственно говоря, их туда и затащили, в этот горсовет. Ну, это все очень легко увидеть, во-первых, зайдя, например, на тот же модуль публичной аналитики, да, это доступно каждому. Но из опыта и из той массы семинаров, которые мы провели, в том числе и для распорядителей бюджетных средств, больше всех всегда противятся внедрению системы тех, кто поставляет продукты питания в школы, садики. Больше всех мы слышим каких-то там нареканий, опять же, в сфере фармации. Да, медицинские препараты. Ну и как бы сфера ЖКХ, она достаточно коррупционная по всей Украине. Тем не менее, работают в Прозоро и ЖКХшники, ну тот же Чернигов, если я не ошибаюсь, мы смотрели. Ну все это есть, в общем, в системе, это все можно видеть, анализировать каждому. То есть можно работать в системе в любой сфере, но вот, как по мне, то вот эти три сферы, которые наибольше постоянно вызывают возмущение на семинарах. А когда есть возмущение, когда есть противодействие, это для нас всегда такой хороший знак, что мы, значит, делаем все правильно. Зацепили тех, да, кого надо. Ну вот съездили вы, собственно говоря, пообщались с броварскими товарищами, да? Как вообще вас встретили и вот к какому-то консенсусу вы пришли или нет? В Броварах было достаточно узкое общение. То есть нельзя сказать, что приезд эксперта по Прозоро вызвал там сумасшедший ажиотаж. Тем не менее, они там работают над тем, чтобы внедрить систему у себя и работать для допороговых закупок. Ну, рассказали журналистам, рассказали депутатам, поделились опытом. Мы это считаем частью своего долга, да, гражданского, чтобы Прозоро как можно больше распространилось по Украине. Именно для тех закупок, которые не будут контролироваться законом. То есть они сейчас не контролируются, и с 1 августа, когда вступит в силу новый закон, они тоже останутся в серой зоне. Может ли так получиться, вот как в восточной притче про Хаджуна Средина и ослика, что вот Прозоро, как ослик, захромает? Смотрите, тут много мифов и различных ситуаций у всех чиновников происходит. Я приведу пример Мариуполя. Мариуполь с населением в 2 раза меньше, у него экономия по сравнению с Днепропетровском в 4 раза больше.
каждый месяц. То есть кто хочет работать, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А, понятное дело, есть различные злоупотребления. Вот сейчас, к примеру, у нас ряд учреждений напрямую не платят и нарушают постановление Кабмина 228. То есть, к примеру, у библиотеки задолженность больше миллиона. То есть они не платят по 5-7 месяцев. И они рассказывают, что нет причин. То есть это прямой саботаж. То есть таких чиновников надо увольнять. То есть должна быть политическая воля, что людей, которые напрямую саботируют и протягивают различные те либо иные схемы, их надо наказывать. Понятное дело, не может быть Прозора решить все проблематики, которые скопилось за 20 лет. То есть в Прозоро точно так же, то есть можно не платить, можно отклонять хорошие предложения и протягивать своих. Только для этого у нас есть контролирующие органы и есть непосредственно начальство над этими коммунальными предприятиями. И, соответственно, вот этих вот нарушителей надо наказывать. То есть в области это решается просто. Когда они видят системность таких случаев, этих людей увольняют. То же самое и в некоторых других городах, в Желтых Водах, к примеру. Там, кстати, неплохой мэр. Там неплохой мэр, то есть, и они наводят порядок. У нас на данный момент начальники управлений в своих зонах ответственности не хотят наводить порядок, банально. То есть они делают вид, что это их не касается. Поэтому у меня большие вопросы, то есть хотят ли они бороться в принципе с коррупцией, либо нет. Ну, иными словами, вы хотите сказать, что вот когда заходишь к этим товарищам в гости и пытаешься что-то, вот давайте же честно, порядочно поздоровался, и надо пересчитывать пальцы, или как? Поздоровался, и после этого ты дал пакет документов и смотришь 10 дней, а через 10 дней никакой реакции. То есть написал запрос, либо депутатский запрос, либо обычный запрос, указал на проблематику, а ничего не поменялось. Чтобы вы понимали, то есть то, что я привел в библиотеку, то есть мы больше 10 дней про эту проблематику сообщили. Вы думали, там задолженность, я говорю, больше миллиона, там около 30 тендеров, 30 поставленных товаров и услуг не оплачены. Вы думаете, хоть одна закупка на сегодня проплатилась? Нет. И они даже не думают это делать. То есть люди совсем считают, что типа им все можно. Они так привыкли десятилетиями не платить, зато платить своим, которые им приносят после этого десятину и так далее. Ну вот если бы так абстрагироваться, опять же, может быть радикально, безусловно, но взять какой-нибудь маленький городок в Украине, который вот так вот сопротивляется, да собрать весь депутатский корпус, ну и не знаю, там, с автомата Калашникова пропустить, ну пусть даже поверх голов, то одумаются другие или нет? Ну, вы знаете, ведь это уже было на самом деле. Вот не прошло и двух лет. Главное, если уже пустил очередь поверху, да, то надо как-то этот вопрос сразу добивать. А мы сначала отпустили вожжи практически на полтора, на два даже года. Только потом начали что-то догонять, и догонять я бы не сказал, что очень умело. Кандыбаем. Потому что, ну, например, мы-то не министры и не чиновники горсовета, там, ни я, ни Денис, но, тем не менее, ту работу, которую делаем мы ее делаем только потому, что видим, что никто другой ее делать не будет, никому больше это не нужно. Ну, иными словами, я понимаю, что вы хотите сказать, система классная, работает во всем мире, но не в Украине. Я бы так не сказал, то есть она будет работать на 100% там, где есть желание местных властей. Там, где нет желания местных властей, она будет работать процентов на 70%, остальное надо покрывать журналистам, активистам и другим проверяющим органам, чтобы вылавливать вот этих вот злых мальчиков, которые постоянно все нарушают и так далее. На примере маленьких городков, то есть в Днепропетровской области минимум там 4 города с населением от 30 до 60 тысяч жителей, они сейчас активно используют систему, то есть там живая экономия. Да, они недавно начали использовать там 1-2 месяца, но там уже реальные примеры, и, то есть она работает. То есть, поэтому вопрос масштабирования не стоит. То есть оно может работать в любом регионе, если есть желание. Дякую. Почув думку наших експертів, цікаво, сподіваюсь, відбулася у нас з вами розмова. Наші двері для вас відкриті. Приходьте, будемо спілкуватися і чекати, коли Прозоро почне працювати в Україні. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу сьогодні були представники громадської організації «Громадський контроль». Це Артем Романюков та Денис Селін.